Измеряют температуру и давление. Это необходимо для того, чтобы поставить прививку от ковида. Сегодня вакцинацию прошли студенты и преподаватели клиник медуниверситета. Все они так или иначе в группе риска, ведь за день их круг общения исчисляется десятками людей. Я считаю, важно привиться, потому что это безопаснее для моего здоровья, для здоровья окружающих людей и вообще всего общества нашего. На сегодня привито уже свыше 100 тысяч самарцев. Из них завершили вакцинацию более 40 тысяч человек. К старту вакцинации в клиниках готовились заранее. Здесь оборудовали специальные кабинеты. Были приобретены морозильные установки. Соответственно, мы соблюдаем температурный режим и в условиях аптеки, где основной склад, и в самих кабинетах. Накануне в регион поступило более 9 тысяч доз вакцины «Гамковидвак». Препарат уже доставили в медучреждение. В первую очередь сделать прививку медики рекомендуют старшему поколению и тем, у кого есть хронические заболевания. Запись на вакцинацию ведется через портал госуслуг, а также по телефонам как поликлиник, так и горячей линии по номеру 122. Мария Илчан, события.